Привет! Я Лера, и это «Мани на кармане». Каждую неделю мы с Яной делимся с вами лайфхаками в личных финансах. В этом видео мы расскажем вам про невероятно крутой мани-хак, с помощью которого вы можете зарабатывать 12% кэшбэка с ваших покупок. Торопитесь воспользоваться этим предложением до конца 2018 года. Обратите внимание, это второе видео на нашем канале, и пока что у нас меньше 500 подписчиков. Так что это видео не спонсируется никаким банком, мы просто показываем вам выгодные условия. Кстати, подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопочку «Подписаться» внизу. Чтобы получать кэшбэк в 12%, вам нужно оформить бесплатную карту «Халва» от Совкомбанка. Внимание! Это карта с беспроцентной рассрочкой, то есть подобие кредитной карты, но мы будем пользоваться как дебетовой картой, это важно. Еще раз, эта карта выпускается абсолютно бесплатно и доставляется прямо на дом. Ее оформление у меня заняло порядка 15 минут. Важный момент. Кэшбэк по карте «Халва» предусмотрен только при оплате собственными средствами. Для того, чтобы подключить эту опцию, нужно в мобильном приложении «Халва» или в браузерной версии в разделе «О карте» самостоятельно выбрать режим работы карточки, чтобы покупки совершались за счет собственных средств для кэшбэка. Я вот об этом не знала и очень удивилась, когда при наличии собственных средств моя первая покупка с карты списалась в кредит. Условия получения заветного кэшбэка такие. Первое. Нужно иметь телефон с NFC, то есть с бесконтактной технологией оплаты. Второе. Нужно совершать покупки в магазинах-партнерах за счет собственных средств. Кстати, партнеров у «Халвы» впечатляющее количество, среди которых есть «Пятерочка», «Перекресток», «Лукойл» и, например, «Метро Кэш энд Керри», карточка которого... Керри... Джим Керри... «Метро» идет такой... Третье. За месяц в магазинах-партнерах нужно совершить как минимум 3 покупки. Из них одна должна быть более 5000 рублей, а общая сумма покупок должна быть больше 10 тысяч. Если вы покупаете не у партнеров, кэшбэк за такие покупки с NFC составит 3%. За покупки без NFC кэшбэк не такой впечатляющий. В магазинах-партнерах 3%, у других магазинов 1%. Кэшбэк зачисляется баллами на специальный бонусный счет в течение 10 дней после окончания расчетного периода, то есть время между двумя выписками. Первые баллы вы получите через 2 месяца после оформления. Баллами можно компенсировать деньги, потраченные в магазинах-партнерах по курсу 1 балл равен 1 рублю. Вдобавок к этому, на остаток собственных средств на счету будет начисляться 7,5% годовых. Это ли несчастье? Щелкаем на значке «Баллы» в личном кабинете. В открывшемся окне выбираем покупку, совершенную ранее в магазине «Партнеры», которую мы хотим возместить баллами. Далее нажимаем на кнопку «Возместить» и подтверждаем операцию. Пополнять «Халву» бесплатно можно не только средствами Совкомбанка, но и с карточек других банков. Например, я свою пополняю с личного кабинета Тинькова. Деньги обычно приходят в течение часа. Имейте в виду, что карта активируется не сразу, а в течение 2 рабочих дней после того, как к вам ее доставили. Так что если вы хотите бежать и совершать покупку в эту же секунду, то не торопитесь. В описании к видео мы оставили вам еще один бонус – нашу реферальную ссылку. Если вы зарегистрируетесь по ней в карте «Халва», вы получите бесплатно 500 рублей при совершении первой покупки от 1000. Обязательно подписывайтесь на наш канал, а также включайте оповещения, чтобы не пропустить наши новые финансовые лайфхаки. А также ставьте классы и лайки этому видео, потому что нам это очень важно. Все интересующие вас вопросы задавайте в комментариях, а также пишите, какими картами с кэшбэками пользуетесь вы.